Бурятии за сутки потушили почти 500 гектаров леса, но продолжает гореть 136 тысяч. Глава МЧС Владимир Пучков в ходе поездки по республике потребовал расследовать причины возникновения каждого нового очага. А также распорядился направить медиков в задымленные населенные пункты. Превышение допустимых концентраций диоксида азота зафиксировано в Улан-Удэ и в ряде населенных пунктов при Байкальском районе. Там горящую тайгу тушат с воздуха в те местах, куда не добраться техники и людям.